13 февраля специальный представитель Министерства иностранных дел России по нормализации азербайджано-армянских отношений Игорь Хаваев посетил Армению. Издание «ПАСТ» пишет, что на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном, главой МИД Араратом Мирзояном и главой Совбеза Арменом Григоряном Хаваев предупредил власти Армении о недовольстве Москвы заявлениями Пашиняна. В частности, о том, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует, но и создает угрозу безопасности Республики Армения. В Москве также недовольны заявлениями Пашиняна о том, что миссия ЕС прибывает в Армению, чтобы быть уверенными, что Армения и Россия не собираются осуществить совместные агрессивные действия против Азербайджана, пишет газета. В Москве воспринимают это заявление как контроль Запада над присутствием России в Армении. Напомним, что 13 февраля состоялась встреча представителей парламента Азербайджана и Госдумы Российской Федерации, где российский спикер Вячеслав Володин также высказался на эту тему, предупредив Армению о вероятности потери государственности. Гость Баку ТВ, российский политолог Сергей Марков. Здравствуйте. Здравствуйте. Демарш Армении против России набирает обороты. Каковы будут последствия, на ваш взгляд, антироссийской пропаганды и политики Армении? Визит Игоря Хаваева в Армению и Азербайджан имеет целью снизить напряженность, связанную с ситуацией на Лачинской дороге, а также открыть возможности для движения вперед по пути налаживания сотрудничества для выполнения, в том числе, договоренностей трехсторонних от 10 ноября 2020 года, в том числе разблокирования транспортных коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора, в том числе и милитаризация, в том числе вывода всех армянских вооруженных формирований из района Карабаха. Кроме двухсторонних отношений Армении и Азербайджана, которым Россия выступает посредником, есть еще и двусторонние отношения России и Армении. И здесь у России большую озабоченность вызывает движение Пашиняна, руководителя Армении, в направлении Франции, Европы, США, Запада и НАТО. А появление французских жандармов, которые планируются сейчас на территории Армении со стороны армянской на границе с Азербайджаном, рассматривается Россией как вопиющий факт. К визиту Хаваева надо добавить выступление Вячеслава Володина, не только спикера, но и члена Совета Безопасности, на котором он предупредил, что такое движение Армении может привести к краху вообще армянской государственности. Терпение России может закончиться из-за того, что Пашинян совершенно очевидно хочет бросить Россию, и Пашинян заблокировал возможность миссии ОДКБ на границе для того, чтобы развернуть миссию Евросоюза, Франции и НАТО. Россия близка к тому, чтобы принять какие-то радикальные решения по Пашиняну.